Громкое назначение по линии силовиков прогнозируют корреспонденты информационного агентства «Банкфакс» в ближайшие месяцы. Речь идет о начальнике краевого управления МВД Олеге Тарубарове. В рамках ротации руководители каждые 5 лет переходят на аналогичный пост в другой регион. «Банкфакс» высказывает предположение о том, что Тарубаров может быть назначен министром внутренних дел по Республике Крым. Кто станет новым начальником в Алтайском крае, пока не сообщается, но мнение есть о них на страницах издания. Московский комсомолец на Алтае рассказывает, как в Бийске дважды за сутки провалился асфальт. На ямы жалуются горожане. Первый провал произошел вблизи магазина у остановки общественного транспорта «Трест», второй – у Бийского лицея. Специалисты считают, что процесс неизбежен, причина – в сезонных процессах подвижек грунта. Более десятка детских лагерей отремонтируют в Алтайском крае в этом году. Об этом пишет Политсибру со ссылкой на уполномоченного при губернаторе по правам ребенка Ольгу Казанцеву. В лагерях отремонтируют крыши, столовые, жилые помещения, заменят окна и двери. 27 миллионов рублей выделят на эти цели из краевого и муниципальных бюджетов в этом году, а всего за 5 лет планируют направить почти 85 миллионов рублей. Евгения Доровская, наши новости.